6 мая приблизительно в 1 час 30 минут на 14 километре автодороги Пурдышки-Жигалово-Темников 18-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВАЗ-21103, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд влево по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, 21-летняя девушка с телесными повреждениями, была госпитализирована в Краснослободскую больницу. В отношении водителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, части 1 статьи 12.37 и статьи 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Татьяна Глухова, инспектор отделения ГИБДД Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России, Темниковский.